крошечную милую кошечку нам подбросили под забор в коробке. Кошечка не может ходить, и она плачет. А когда кошки плачут, они жалобно поют. Отвезли ее в клинику. Обследование в клинике показало, что у нее устаревший перелом грудного отдела позвоночника. И начинают отказывать все органы. Свою роль сыграло и переохлаждение. Она не может самостоятельно ходить в туалет. Но болевая чувствительность в лапках сохранена. И каждое движение ее приносит ей нестерпимую боль. Врачи ей ничем не могли помочь. И мы ее отпустили. Она тихо уснула, без боли. Боль и радость у нас ходят рядом. Это история жизни приюта. Это история нашей жизни. Нельзя проходить мимо беды. Если бы помощь пришла вовремя, то, возможно, все было бы иначе.